Мирная 162. Специалисты компании «Энергосбыт Плюс» помогают решать разные коммунальные вопросы и проблемы. Главное преимущество таких офлайн-консультаций – живое общение с клиентом. Сегодня для каждого посетителя приготовили приятный бонус. Награды от небольшого сладкого приза до VIP-обслуживания лично руководителем филиала. Сегодня у нас клиентский день. День, который направлен на то, чтобы пообщаться с нашими клиентами, узнать, с какими вопросами они к нам приходят, понять, какие есть у них предложения для улучшения нашего сервиса. Вопросы, связанные с консультациями по квитанциям, передаче показаний, это самые, наверное, основные два вопроса. Наталья Зотова в офисе бывает нечасто. Обычно все показания передает ее дочь в режиме онлайн. Обслуживанием полностью осталась довольна. Рада, что нет длинных очередей. Проверка счетчиков была вчера. Зарегистрировать, чтобы была проверка. А так никаких больше проблем нет. Быстро все сделали. Специалисты компании «Энергосбыт Плюс» напоминают, чтобы общение с энергокомпанией приносило лишь приятные бонусы, необходимо своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные платежи. Ольга Павлова, Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.